Сіна. Что по-итальянски обозначает деревянная кукла? С ним связано много забавных историй, и мы вам расскажем самую любимую. Итак, давным-давно на берегу Средиземного моря в одном маленьком городке в своей маленькой каморке жил шарманщик по имени Карло. Из пахучих завитушек, стружек и колечек мне помощника под старость и на радость вам. Скоро-скоро деревянный выйдет человечек, будет с кем мне под шарманку топать по. А нос, пожалуй, длинноват. Ладно, пусть остается. А теперь посмотрим, что ты умеешь делать. Ух ты! А ну, еще! Молодец! И раз, и два! Хорошо! Какой славный! Так, на месте стой! Раз, два! Буду звать тебя Буратино! Завтра ты пойдешь в школу, и тебе нужна будет азбука. Постой, ну как же ее достать? Сиди дома и не балуйся. Я скоро приду. Yeah.
тебя. Не будешь больше хулиганить? Я. И будешь ходить в школу? Ага. Ну ладно. Пойдем ко мне на читать. Вместе ждать папу Карла. Вместе это не страшно. Если бы не они, теперь
сами, как хотите. Представление начинается! Ничего, ничего. Умненький Буратино.
дарю тебе жизнь. А ты вот, я дарю тебе целых 5 золотых. Возьми их и передай Карлу. И скажи, чтоб до Нового года никуда не выезжал. Хорошо? Да. Все уставили? Все спать? Все спать? Сон час. Вот это подарочек к Новому году. Надо бы все продумать. Тут кроется какая-то страшная тайна. У Карлоса страшный бас и страшная гримаса. Страшнее, чем это Карлобас, не сыщешь Карлобаса. Тише, тише, что он прячет, если прячет, это значит, а он прячет он от нас. Тише, тише, осторожно, это невозможно, что скрывает Карлобас. Мы обязательно ее раскроем, а теперь всем спать. Да.
хулиганки. Мои любимые пиявочки, мои драгоценные.